Добрый день, мои друзья. Ставим сковородку на огонь и хорошо ее разогреваем. Теперь делаем на самый маленький огонечек. Даем одну минуточку ей чуть-чуть приостыть. И можно наливать масло. У меня сковородка с антипригарным покрытием, но это не имеет никакого значения. Можно так готовить на любой сковородке, обязательно вот таким вот способом. И теперь начинаем жарить отбивные. У меня куриные отбивные, то есть куриная грудка. Предварительно я на ночь их замариновала. Сейчас у нас утро, где-то 8 утра. Примерно. Для маринада что мне нужно? 3 яйца я разболтала, разбила вилочкой. Добавила туда 2 столовые ложки соевого соуса. Добавила туда соль, перец и приправу для курицы. И в отдельной миске я 2 столовые ложки, даже может быть 1 с горкой, крахмала. Можно картофельный. У меня вот такой вот картофельный крахмал. Вначале в отдельной мисочке этот крахмал размешать с водой и потом уже добавить вот в эту смесь. Все, накрыть крышкой. Такой вот крышечкой. И поставить в холодильник. На сутки. Ну, не на сутки, а на ночь. Если у вас нет времени на ночь, то достаточно минут на 40 хотя бы. И все, теперь можно жарить отбивные. То есть куриное филе предварительно порезать на порции и отбить. И слегка присолить, чуть-чуть, потому что соус тоже соевый, соленый. Поэтому сильно пересаливать не нужно. Но посолить надо. И все. И вот такие вот отбивные. Жарим мы их. Минут 5 с одной стороны, минут 5 с другой стороны. Потом опять переворачиваем, пока не пожарится до конца. Очень вкусно, допустим, приготовить куриное пюре. Можно приготовить спагетти, можно еще что-то на гарнир. И получается очень-очень вкусно и не так уж... Ну, и не так уж дорого, я хотела сказать, но... Филе, конечно, не дешево, но я хочу сказать, что это очень правильная еда. Особенно если гарнир у вас будет, там, допустим, гречка, то это будет правильная еда. Жарим, пока не пожарим. Минут 20 нужно жарить. Ну, самое большое 20, а так, конечно, можно за 10.
куриное филе, оно очень быстро жарится. Если это свиные отбивные, то так, где-то минут 20. У меня просто большие порции. У меня просто было такое филе, которое нарезано. Я сама не нарезала, только отбила его. И причем я отбила, оно стало плоским таким. А полежало в маринаде, прям на это набухло. Видите, какие-то толстые получились. Но так как оно маринованное мясо, то оно очень быстро пожарится. Ну как быстро, я вам говорю, где-то минут 10 начнет с одной стороны, 5 с другой стороны. И потом еще смотрите, как вам. По внешнему виду смотрите, как оно будет готово. И как вот вилочкой прокалываете. У меня такая сковорода, что если даже будут какие-то царапины, она не портится от этого. Новая сковорода. Вот такой. Только купила, видите, вся блестит. Помыла только ее. И... Нет, я уже на ней жарила. Ну, да, может, это третий раз, когда я жарю. Ну все, мои друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Для вас это ничего не стоит, а мне будет очень приятно с вами пообщаться. Я пенсионерка, мне 60 лет, не с кем общаться совершенно. Поэтому открыла вот свой канал. Ну тут мои друзья, настоящие мои друзья смотрят, с которыми я не могу вживую пообщаться. И также не против, чтобы новые подписчики были у меня. Всего вам доброго, до свидания. Желаю всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья.